Henry, there are some things you can't prevent. So just stay in your tower, okay? Stay in there and watch. Всем большой привет, меня зовут Ангелина, и я безумно рада видеть вас у себя на канале. Мы с вами продолжаем играть в пожарный надзор. И да, конечно же, мы встречаем наше утро с нашим любимым другом. Мне кажется, нужно его как-нибудь назвать. Вот, да, я бы, наверное, спросила у вас, какие бы варианты вы предложили, но я так полагаю, что я отсниму этот летсплей до конца, еще до того, как вы увидите первую серию, поэтому... Я подумаю, но я считаю, что нашего друга должно как-нибудь дозвать. А, в общем-то, у нас с вами есть миссия, мы должны выйти куда-то, спуститься к пещере и пройти еще куда-то, и после этого посмотреть, что там с нашей линией связи. Смерть ударяет в два. Ага. Птицы Вайоминга. Хорошо, выдающийся разум. Триумф. Ну, ты, короче, книжки либо читаешь, либо разбрасываешь, я так толком и не понимаю. Мне, кстати, интересно, вот у него есть машинка печатная, что-то он там пишет, ну-ка, покажи мне. А, это ты дневник, что ли, ведешь? Слушайте, прикольно, это он как отчетность какую-то ведет. Хм, интересно, тут, кстати, фото с Джулией, ну-ка, покажи. Ага, Джулия у нас нифига не видно, но зато мы можем видеть нашего Генри. Нашего Хенри, как я его что-то полюбила называть. Ну, в общем-то, да, прикольно. Так, пожалуйста, давай не бросить, а давай вернуть, вот. Ты чё? Ты обалдел? Ты обалдел, что ли? Ну-ка, верни на место. Вообще, что ли? Слушайте, он какой-то... О, спасибо. Дурак, что ли? Или это просто я такая криворукая, уж не знаю. Да, тут, кстати, есть у нас в каморке много чего интересного. Можно будет почитать, посмотреть. Так, дорогой, календарь. Ну, в общем-то, май, 89-й год, понятно. Ладно, давайте не будем тут долго шататься. Давайте возьмем наш рюкзак. О, супер, молодец. И все, и пошли навстречу новым приключениям. Куда нам-то идти, собственно, по-моему, вот сюда. Я уже немножечко забыла, хотя играла вроде как совсем недавно. Давай, дорогой, вылазь. И да, я посмотрела предыдущую серию, что я там сама наснимала, потому что я напрочь не помнила вообще, куда нам надо сейчас идти. Вот, и в итоге я выяснила, куда нас отправила Делайла. И это у нас, значит, нам нужно вернуться куда-то к пещере, которую мы с вами видели в предыдущей серии, пройти эту пещеру до конца, и как только мы выйдем, продолжить двигаться на север. Я, если честно, без понятия, где может быть эта пещера, и у нас, кстати, я так понимаю, раннее утро, я забыла на часы посмотреть, который час, но, слушайте, один из плюсов этой игры, то, что здесь красиво. Не знаю, как вам, мне очень нравятся окружающие виды, то, что мы здесь видим, это очень круто. А что такое? Что? Погодите. А, ну, где вышка? А, это вышка Делайла, окей, и что? Ты меня видишь? Ты рано просыпаешься, ты видишь провода? Ну, давайте, ты меня видишь? Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. Ага, все? Ты рано просыпаешься, ну окей. You wake up pretty early then, huh? As soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. Ну, понятно. Ты видишь провода, я накрыл голову подушкой, что? I just covered my head with my pillow. Seems to do the trick. А! Wow! The forest could never burn down on your watch. Ну, конечно, мы же профессионалы, что ты? А можем еще что-то спросить? Ты видишь провода? Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire is in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. You just need to walk along them all the way up there and make sure everything's in ship shape. Ясно. Все? Больше ничего? Да, мы больше ничего не можем спросить. Ну ладно. Давайте не будем отвлекать Делайлу. Так. Мы все еще можем что-то спросить по поводу туалета. Мне даже нравится туалет. Он отвратительный, мне кажется, меня там убьют. Ой. Не знаю, поболтаем с Делайлой, ребята? Ну, давайте.
Yeah, it's a little privacy among the seemingly endless expanse of... Well, конечно. Privacy. I like it all the same. Ага. Супер. Ну, ясно. Сказали, что это про туалет. В общем-то, развлекаем тут нашу Делайлу. Окей. Так, и давайте мы с вами немножечко отойдем. Мне просто здесь, знаете, вот честно, я бы здесь просто походила, погуляла. Потому что, боже мой, посмотрите, какая красота. Мне очень нравится, как это все выглядит. И ранним утром здесь прям особенно хорошо, лично мне кажется. Так, давайте мы откроем нашу карту. Покажи мне, что у нас тут есть. Нам нужна какая-то пещера. Так, мы находимся вот здесь. Угу. Так, медицинское какое-то кольцо ты себе записал, я так смотрю. Интересно, что это за оно. Ты больше ничего не переносил сюда, никаких пометок? Вроде ж ты два раза карту там пополнял. Хм. Так, наверное, вот сюда нам куда-нибудь в этот... О, вот здесь вот замочек. Вот он, видите, видите? Возле надписи «Cache 303», вот там... Судя по всему, находится наша пещера с замочком. Вот нам надо туда. Да, вот пещера 452, если я не ошибаюсь. По-моему, нам туда. И это у нас, значит, на север. Да? На север же нам надо идти, получается. Ну да, окей. Так, хорошо, карту положи. Достань компас. И мы, значит, с вами пойдем на север. Приблизительно. Я надеюсь, что я все правильно поняла, что мы с вами не запутаемся. Так, ну-ка. Угу. А можно прямо отсюда сигануть? Мне кажется, с нашим Генри ничего не будет. Вот, ну, конечно, ладно. Давайте не будем это проверять, потому что мало ли. Так, и туман. Ой, кайф, 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 кайф. У нас здесь туман. Так, здесь мы можем пройти? Нет, не можем. Ладно. Ладно, погнали. Значит, нам надо как-то отсюда выбираться. Опа! А вот это... А вот это было неожиданно. Слушайте, я не думала, что тут есть проход. И еще одна причина, за которую я люблю эту игру. Здесь можно пройти практически везде. И при том, что разными способами. А вот здесь можно пройти? Можно! Вообще супер! Так, стоп. Игра не глюч. Я ничего не вижу. Так. I take it you fell prey to the Forest Service's big recruiting effort. When it comes to, you know, how the hell you ended up out here. Я нашел объявление в газете. I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck. What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that. Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. Что случилось прошлым летом? What happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? А, ты об этом? Почему они это сделали? Yellowstone is like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. And what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Giver? Что им следовало сделать? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it, but we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. The goddamn park can burn down again. Ну, конечно. Так, ну, это я просто решила тут, знаете, прогуляться по водичке. Я хочу сюда зайти. Аккуратно, аккуратно. И хочу открыть. Так, 1, 2, 3, 4. Опа. Так, карта, давай скопируем информацию. Я хочу побольше этих ящиков пооткрывать.
Вот, тут еще, кстати, какая-то записка. В прошлый раз, оказывается, вот видите, тут значок рации в правом нижнем углу. Я в прошлый раз не обратила на это внимания. Оказывается, можно было у Делайлы что-то спросить. Так, ну давайте прочитаем ее. Рон, очень хочется, чтобы высшие силы не спаслали нам не такие отстойные рации. Обычно я предпочитаю ручку-бумагу, но время от времени было бы хорошо пообщаться голосом. Моя сестра продолжает оставлять мне сообщения в главном офисе. Я не думаю, что она понимает, что я взялся за эту работу, чтобы не иметь дела с ней или ее мамой. О боже мой. Я сижу на месте, пытаюсь придумать, что ей сказать, но вместо этого выпил уже четверть бутылки. Фиф, не знаю. Скучаю, Дэйв. Значит, ну тут уже второй раз. По-моему, это уже второй раз нам попадается записка от Дэйва в адрес какого-то Рона. А давайте спросим у Делайлы, сообщите переписки Рона и Дэйва. Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Ясно. Так, ну давайте, конечно же, мы оставим это себе. Так, старая туалетная бумага. Так нам вроде не надо. Джен Эйр. Один шанс умереть. Так, а мы ничего с этим не можем сделать. Один шанс. Ой, так, подождите. Нам надо вернуть, вернуть. Опа. Так, ну, я так понимаю, что нам это не нужно. Ну да, мы это не можем с собой взять. Так что, да, блин, сейчас опять начнется. Ай, господи, клади обратно. Да. Нет, ребят, ну я не успокоюсь, пока он не положит, это нормально. Так. Здесь нет пометочки. И шишка, у нас везде шишки, слушайте, везде просто. О боже. Нет, я не успокоюсь. Я не буду здесь мусорить. Закинь ее нормально. Ой. Или оставить все как есть. Можно, пожалуйста, вернуть ее обратно? Или тоже нельзя? Так, ну книжку, отлично. Книжку мы взяли. А можно теперь то же самое, но с бумажкой? Все, ребята. Ой, наконец-то. Так, моя душенька теперь будет спокойна. А, кстати, куда мы шли? Мы шли на север. Север, север, север-то туда. Туда. Мы разве туда можем пройти? Ну, мне кажется, что нет или да. По-моему, да. Мы не можем здесь пройти, ребята. Никак. Просто никак. Сейчас еще мне главное тут не позастревать в текстурах. Как-нибудь отсюда выбраться. Слушайте, а как же нам добраться до севера? А ну-ка, покажи мне карту. А где мы находимся вообще? А, мы вообще... Мы куда-то не туда пошли. Мы вообще пошли в противоположную сторону. Ясно. Ладно. Что-то я ошиблась, значит, немножко не разобралась все-таки с направлением. Ладно, вернемся обратно. Компас мне дай. Значит, идем на юг. Сейчас возвращаемся, судя по всему. Ой, ой, а что у нас тут было? Тихо, тихо, тихо. Что у нас тут было? Подождите, холодный туман. Сообщите о тумане, да? Надо? Здесь довольно холодно. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Говорить о Джулии. Ну, давайте о I Джулии just скажем. spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well. But you're taking a little break. Or Не, не we're совсем. I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Что Okay, good. происходит? Так. No, I don't think he has any Hey, your button is still down.
I'm absolutely sure. Ладно. Would you? Давайте послушаем. All right. I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, что это было? X? Sorry, I don't mean to pry. Это спроси о звонке, говорить о Джулии. Ну, спросим о звонке, давайте. I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? Да мы не взбесились, вот и правда. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Делайла отошла, она раздражена. Да ёлки-палки, ну ладно. О, господи. Ну не знаю, ну если уж ты подслушал, то как бы... Опа, ничего себе. Слушай, а ты не разобьешься? Она раздражена. Ну блин, прости. Ну короче, такое себе. Знаете, не очень приятная вышла ситуация. С Делайлой я вообще не хотела ссориться. Просто вот... Самое последнее, чего я хотела, это ссориться с Делайлой, как бы. И вообще с кем-либо. Мне это абсолютно не надо. Слушайте, я вообще без понятия, куда я иду. Просто на каких-то рефлексах что-то бегу, вам тут рассказываю. Открой карту, пожалуйста. Так. О, мы, кстати, почти на месте. Прикольно, прикольно. Так, карту положи, компас достань. Я так полагаю, нам нужно на восток двигаться. А как нам двигаться на восток? Можно как-то здесь пройти? Ну ладно, давайте попробуем спуститься. Ой, как же хорошо, что он умеет бегать и как бы не устает от этого. Потому что в противном случае мы бы шагали с вами очень долго. О, это пещера, это серьезно? Обалдеть. Так. А она говорила, нужно вернуться туда, пройти ее до конца, и как только выйдешь, продолжить двигаться на север. Пройти до конца, это сюда? Или это куда-то в другую сторону можно пойти? Я вот этого немножко не поняла, но сот автосейф, ну как бы спасибо. Дайте мне карту. Где эти линии связи? Если бы они как-то были помечены... Что у нас тут вообще написано? У нас тут не помечено нигде линии связи, по-моему. А нет, вот есть телефонная линия, она у нас этой пунктирной линией. Пунктирная линия. Так, чё ты трясёшься-то? Успокойся. Пунктирная линия, а где? Господи, а чё-то камера дрожит. Генри, успокойся. Я прошу тебя, успокойся. Но я, походу, вижу, где пунктирная линия. Или не вижу. Телефон. Так. Ну, возможно, я понимаю, куда нам идти. Ладно, давайте попробуем. Что уж тут. Как бы выбора нет. Вроде в верном направлении идем. Покажи. Так, ну хорошо. Значит, пойдем вот так вот. R, чтобы бежать. Так он не бежит. Он с карты бежать-то не хочет. Покажи. Так, ну я поняла. Кажись, я поняла, куда нам идти. Положи карту, значит. Перепрыгивай. И сейчас будем делать это все быстрее. Будем ускоряться, потому что дыра в кустарнике. О, вот это уже что-то новое. Наконец-то. А то мне уже надоело топтаться по одному и тому же месту. Чувствовала себя потеряшкой. Прям полностью. Так, а куда бежать? Снова какие-то развилки, какие-то пути непонятные. Ну-ка, покажи. А, все, мы идем туда. Окей, давайте. Поехали, ребята, поехали. Я как-нибудь попытаюсь ускориться. И без тормозов это все проходить. Потому что задержалась я что-то. С этим всем. Так, тут у нас ничего нету интересного. Может быть, какие-нибудь ящики, еще переписочки. Не, нету. Ну ладно, нет так нет. Подумаешь, не так уж сильно и хотелось.
Так, покажи. Ну, мы почти на месте с вами. Мы с вами почти на месте. Телефонные линии. Опа, стоять. Стоять, 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 стоять. Что, где, где? Я видела что-то. Я что-то видела. А ну-ка. И что? И что? Ребят, ну там же был значок рации, ну вы же видели. Так. Погодите. Погодите. Ну и что? И где? О, столб. Делайла. Пожалуйста, не обижайся. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Еще можно что-то сказать? Мы правда писались? So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out. But I'd rather it not come to that. Все, больше мы ничего не можем сказать. Так, нам надо до конца. До конца это как бы куда? До конца в какую сторону? Проверить линию связи? Так, мы проверили. До конца. Это аж туда, что ли? Вы издеваетесь? Или сюда? Куда? Куда-то нам идти, Делайла? До конца, ладно. Текст. А это что? Старый туалет? Опа. Тут чья-то стояночка? Ну-ка, ну-ка, Делайла. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area. Yeah, the wire runs quite a ways north. Just follow it up to the point that I mentioned. Ну, ладно. Я даже не уверена, что я туда иду. Я просто иду. Ну ладно. Как бы. Окей. Я понимаю, что это только мои проблемы, что я не совсем понимаю то, о чем говорит Делайла. Господи, мне показалось, что там собака какая-то. О боже мой. О май гад, старая хижина. Ребята, мне стало страшно. Мне почему-то стало страшно. Anything I should know about the cabin at the top of this hill? Hello? Okay, then. А, Делайла нас обижается, так что ли? О, нет, слушайте, мне страшно. Мне страшно, я не хочу. Я не хочу туда заходить. А если мы ящик откроем, можно? Давайте откроем хотя бы ящик тогда. И посмотрим. Так, а у нас тут... У нас тут кепка. Кепка. А, надеть? Можно надеть кепку? А... Found an old hat from a Korean war vet. You'd be surprised how many former service members take this gig. Well, makes sense. I imagine if you've been through war, you probably can't get enough silence. Надеть... Давайте наденем, я не знаю. Ну, почему бы и нет. Так, или все-таки зайдем в хижину. Слушайте, я понимаю, что это вроде как не хоррор. И не должно им быть. Но мне почему-то... Я боюсь таких мест. Как-то... Не знаю. Ладно. Ага. Угу. Так, здесь у нас пачки сигарет, старый мусор, испорченный обнаружитель огня, ясно. Ну, слушайте, ну, слава богу, что тут ничего страшного не оказалось. О, есть подвал, ну да, давайте повторим все стандартные, как бы, сценарии фильмов ужасов и зайдем в старый подвал в старом заброшенном доме. Я не шучу, давайте зайдем. О боже мой. Так, у нас тут разбитая гитара. Бросить, осмотреть. Да верни.
Сгоревшая кровать, пачки сигарет. Тут кто-то умер, что ли? Или что? Или это просто в пожаре сгорело все? Открыть? Ясно. Ну, постер с деревьями. Ну, у нас такой же. Ну да. Я так полагаю, что здесь больше ничего нету. Поэтому особо тут смотреть нечего. Поэтому, да. На гитаре мы сыграть не можем, поэтому что нам здесь еще делать? Давайте будем выходить отсюда. А, вот, все. Побежали, побежали, побежали. Так, мы, по-моему, отклонились от курса. Давайте посмотрим. Ну да. Немножечко. Немножечко отклонились, но в принципе, вроде как идем нормально. Карту-то положи. О. Неужели мы выбрались из этого порочного круга? Ну-ка, покажи карту. О, да, отлично. Мы выбрались. Бежим дальше. Бежим дальше. Столбы, столбы. Туда. Хорошо. А, или нам туда нельзя? А, нет, можно. Можно. Так. Столбы у нас идут вот так. Ну-ка, покажите карту мне. Вроде как мы почти пришли. Так, карту положи. В который раз я думаю, что я, походу, разобралась, куда нам идти. Но, как показывает практика, это не всегда так. Вот этих красных цветов я не помню. И газировки тоже. Вернее, пивные банки. Так, отлично. Делайла. Hey, so... There are beer cans all over the ground up here leading up the hill. That's annoying. Yeah, thing is, there were a bunch down at that campsite yesterday. Coincidence, maybe? I don't think so. Same brand, everything. These fucking kids. Но почему они здесь? Ну почему здесь? Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Ага, ясно. Можем еще что-то сказать? Ясно. Так. А еще что-то? Или что? Столб. А, мы ни о чем сообщить не можем, да? Просто столб. Просто пивная банка. Просто пивная банка. Просто взять. Прибраться. А, прибраться можно? Прикольно. А давайте тогда и там приберемся, чё уж там. Мне как бы не сложно. Высокий уступ. Well, I hopped down a drop, and now I can't climb back up. Ой. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Ну, мне как бы тоже этого сильно бы не хотелось. Слушайте, я даже и не думала, что... Мы, оказывается, сами тут в ловушку попадем. Ой, ой, что, что? Заблокированная тропа. Расчистить. А почему? А почему нельзя расчистить? Видимо, нам туда рано. Видимо, нас туда еще не пускает игра. Вот так вот. Так. А мы бежим в верном направлении? Или нет? Карта, скажи. Мы... Да. Господи, мы близки как никогда. Неужели? Неужели? Ой, ужас. Если бы я еще, конечно, не тупила несусветнейшим образом, было бы просто прекрасно. Что тут у нас такое? Ничего? А, я думала, мало ли, пещера. Знаете, такая размечталась. Так, столб. Any sign of those girls? Do they mess with anything? I'll look around. Так. Мне пришлось на минуточку отойти. Но я думаю, что сейчас мы можем смело продолжать. Господи, а где мы? Я запуталась, где мы вообще. Изучить линию коммуникации вблизи. Вблизи это где? Вблизи.
Ну, ладно. Ладно. Это нам туда? Или куда? Не знаю, если честно, но давайте посмотрим. Походим, посмотрим, пока есть тропа. Мы, конечно же, будем идти. Взбираться. Все выше и выше. Пивные банки. Походу, это то, что нам и нужно с вами. И еще там что-то я вижу. Ну-ка, пивная банка. Давайте прибраться, конечно же. Пока у нас есть такая возможность, мы будем с вами расчищать все, конец провода. Угу. Вижу. Конец провода. Ой, только не... Ты что? Что такое? Что случилось? Это что за музычка такая? Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. Huh? And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Интересно. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and Ну, daddy. знаете. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Ну, знаете, что-то такой себе план, если честно. Что там написано? Я просто не вижу. Что? Hell? Ну, это окей, я это понимаю. А что вот это вот первое слово? Go to hell? Прекрасно. Ну, в общем-то, знаете, мне как-то так себе план Делайлы, если честно. Я, конечно, понимаю, что здесь идет речь о, как бы, намеренном нарушении безопасности людей и дозорных в том числе, но как бы за это мстить как-то вот подросткам, что-то их пугать. И я не знаю, честно. Я не знаю. Так, найти подростков. Очень интересно, каким образом мы будем это делать. Если честно, я даже не представляю, где их искать. Что-то она говорила там про озеро, в сторону озера. Я не знаю. Это нам возвращаться надо куда-то или что? О, господи. Делайла, что ты за человек-то такой? Посылаешь нас неизвестно куда, неизвестно зачем, творить какие-то незаконные вещи. Текс. Слушайте, ну я правда без понятия, где этих подростков теперь искать? Обогнули по другую сторону озера. Где это озеро? Очень мне, конечно, любопытно. Мы сейчас вообще в совершенно новом месте. Я его вообще не знаю. Давайте осмотримся, возможно. Я вижу там ящик. По-моему, мы его не трогали. И где при этом озеро? О, боже мой. Возможно, я здесь буду очень долго плутать. Очень долго. Как нам туда выйти? Мне интересно.
Потому что, по-моему, вот этот ящик мы точно не трогали. Ну-ка, покажи мне мапу. 302-й? Ну да. И что? И как? Ты здесь не проходишь. Так, положи пока карту, я в ней путаюсь. Я хочу к ящику. Я хочу каким-то образом проникнуть к ящику. Можно это каким-то образом сделать? Нет, нет. Вот, вот прям туда хочу. Можно мне туда как-то сигануть? Так. Кто-нибудь видит подростков? Кто-нибудь видит подростков или какое-нибудь озеро? А? Вот как нам туда добраться? Ладно, пойдемте. Что-нибудь сейчас будем думать. Он сейчас сказала, вернись на вышку. Потом не вернись на вышку. Ну и да. А кстати, может быть, пивные банки. Это у нас как, в общем-то, мы таким образом за ними идем по следу, потому что я что-то не припомню, чтобы у нас были вот прям столько, чтобы было пивных банок. Так, где мой ящик? Он там. Как туда добраться? Как туда добраться? Хороший вопрос. Вот здесь вот у нас по-прежнему никак нельзя это расчистить. А что на карте здесь? Ну-ка. Ничего. Ясно. Ясно. Ладно. Хорошо. Так. Я так полагаю, мы сюда... вернулись, да. И что нам теперь делать? А куда нам идти теперь, собственно говоря, если мы никак сюда не можем вернуться? Так, а у нас есть какой-нибудь инвентарь? Что-то у нас в рюкзаке же должно быть. Ой. Но как инвентарь посмотреть, я без понятия. Так. Положи карту. Вполне возможно, что я сейчас попробую сама что-то там... понаходить, поблукать здесь, потому что, я так полагаю, это затянется очень надолго. Мне кажется ли это фейерверки, ребят? Вот, вот это вот только что было здесь. У меня такое ощущение, что там кто-то пускает фейерверки. А, слушайте, мы можем как-то это увидеть, сообщить об этом, а? Это же реально фейерверки, ребята. Нам надо каким-то образом попасть туда.